комнатах, поэтому в чатах обязательно сообщите, кто не попал в большую комнату, сможет посмотреть из директорских комнат. Вот. Кроме того, сейчас еще настраиваем и параллельно хотим провести в двух комнатах. Вот. Так что будет здорово. Еще две секундочки, можете пока на меня полюбоваться. Так, давайте, наверное, еще пару секунд включу ролик. Наш ролик. You have reached your next dream destination. Всем привет! Как меня слышно? Слышно? А вам как меня слышно? Видео есть у вас? У всех есть видео? Значит, ребята, мы сейчас производим эксперимент, глобальный эксперимент в онлайн-пространстве. В двух комнатах. В двух комнатах, вот. И, конечно же, мы не могли оставить в обиде никого. Вот. И... Мы начинаем, в общем-то говоря, да, мы испытали небольшой стресс, но, как говорится, все это наш опыт, да, и это как бы здорово нас закаляет. Вот. А вторая, так, эхо, да, у вас? Так, ну, а большая комната у нас работает нормально, да? Это какой-то ужас.
Так, звук есть, да? Есть звук в обеих комнатах. А нету только моего видео в одной из комнат. Ладно. Ну все, начинаем наш вебинар. Наш такой стрессовый вебинар новогодний. Но я думаю, несмотря на наши различные технические моменты, мы все-таки его здорово проведем, потому как мы приготовили для вас очень интересное мероприятие. Вот, и начнем мы его, конечно же, начнем мы его с того, что вспомним. Да, вот сначала я хочу вам проанонсировать, что у нас сегодня на вебинаре наши замечательные гости. Вот сказочные герои, которые весь год сопровождали нашу команду. И мы начинаем. А вы узнаваете наших бизнес-спутников, решайте, кого из них брать в следующий год, кого не брать в следующий год. И для начала мы хотим вернуться и посмотреть, что у нас было в прошлом году, да? На каком этапе мы закончили прошлый год. И в прошлом году у нас было 160 лидеров в команде «Экспресс-карьера». Если вы хотите меня видеть, добро пожаловать в большую комнату, пока она не виснет. Вот, но все вместе не переходите, да? Кому не принципиально, давайте разделим немножко по комнатам, потому что в большой комнате 800 человек, маленькая у нас 500 человек. Вот, и в нашей большой комнате 800 человек, и мы... И за прошлый год у нас 160 лидеров в команде «Экспресс-карьера» в различных званиях. У нас растут сапфировые и бриллиантовые директора. А это, конечно же, не может быть ни поводом для гордости, да, и если у нас есть большие звания, значит, у нас все пучком. Вот, но как и обещали. Как и обещали, год прошел, как обещали. С вами мы взрослее стали. Кто успешнее и богаче? С результатами все ярче, в рейтингах и на банкетах, в платьях новых в марафетах, чеками по цене скачет, ну а кто в кредитах плачет? Ведь сомнения одолели, то ли дело мне пригрели, может это не мое, может это все вранье, я пока понаблюдаю, в старых тапках погуляю, мне не к спеху, я потом, у меня и так дурдом. Мысли не спеша, ну а рядом вслед дыша, жертвы счастья собирает и мечты все разбивает. Наша гостья мастерица, поражение ученица, негативным мнением рада, для нее это отрада. Я надеюсь, что у вас не было мгновений, жрицы и сомнений. И мы встречаем нашу первую гостью, жриц. Нет сомнений в экспрессе, не стоят люди на месте, идут всегда, а не только вперед. Ведь Анна Черна их всех ведет, она показала всем результат.
Золотой исполнительный – это лишь старт. Она ведь тоже была новичком, работу вела и ночью, и днем. Не позволяла она мне к ней приходить. Хотела своими сомнениями ее остановить, но вера была тверда и не сломать никак. В этом бою попала я впросак. Повела за собой она немало людей, и много слышит теперь благодарности. Все стали хорошо зарабатывать, потому что стали меня отталкивать. Похоже, в этом проекте мне не место. Слеплены все из крутого теста. А может, их новички поверят в меня? А может, еще восторжествую я? Ведь новички всегда во всем сомневаются. Толпами вокруг меня ошиваются. Отдых на Кипре мне в жертву приносят. Свободную жизнь мне пачками сносят. Потом не верят, что есть деньги в проекте. Хоть сколько хвалите скринами в ленте. Считают, что лучше в кредитах склоняться. И дал усомнение моему поклоняться. Красивая жизнь, машины, дома. Ничего не нужно им. Только лишь я говорю им, кем надо быть. Моими заложниками будете жить. Нет, точно, сомнениям здесь не место. Согласны? В нашей команде сомнениям не место. Какие могут быть сомнения? Какие могут быть сомнения, если цифры говорят совершенно о другом? За 2012 год в нашей команде по итогу года 90 тысяч баллов. За 2013 год это уже 500 000 баллов. 2014 год это 2 миллиона баллов. И 2015 год, 2015 год это 5 миллионов баллов. Какие могут быть сомнения, когда такой рост? В чем секрет? Откуда рост? Может, это Дед Мороз им в подарок все принес? Ну, а может быть, может, это дядя рост оформил им, не глядя? Все ББшки приписал, звание нарисовал. Невозможно просто так сделать этот результат. Невозможно, мы согласны. Есть у нас секретик важный. Всей экспресской мы дружны. С феей мечты.
Тем, что заработали с классным проектом. А кому мало ремонта в квартире, тот покупает жилплощадь пошире, дом или квартиру, что вам по нраву. Деньги в проекте не на халяву, директор Сапфировый. Вот уж тогда можно построить два особняка. О славе своей грандиозной мечтаешь? Грезишь, как на публике выступаешь? У нас не мечтают, у нас воплощают. Работай усердно, и будешь тогда смотреть на себя, сидя у телевизора. Каждый год в июне столица трясется, Орифлейм на банкете директоров соберется. Все в красивых вечерних платьях, королевы с иголочки в смокингах. Получают все признания и славу, на сцене стоят, получают право. А в этот день директор – звезда, ему можно хоть что и когда. И мечта понесла всех на лайнер мечты, европейские страны посетили, аж три. Ты не смела мечтать о таком, правда, да? Орифлейм бесплатно возит всегда. Это все не ложь, это правда, поверь. Золотым директором становись поскорей. Валенсия, яркое солнце и теплый песок. В Испанию вновь прилетел самолет. Фламенко, коррида, жаркие ночи. Ты правда мечтаешь об этом очень? А кто-то мечтает и цели достигает. Растет только вверх и по странам летает. Но ты ведь не хуже, пусть менеджер ты, но полетишь в страну своей мечты. Египет, море, кораллы и пляж, вечеринка, танцы, all-inclusive, вальяж. Вот скоро совсем и Турция будет. Одно дело о Турции только мечтать, а другое – кушек количество выполнять. Надо только лишь действовать, действовать и в жизни во всем побеждать. А сейчас прикоснусь к вашему сердцу, искра мечты вам передается, и с этой секунды вам все удается. Следуйте всегда за своим сердцем, следуйте за своей мечтой. О да, как здорово мечтать! Ведь согласитесь, в нашей команде умеют мечтать. А вот золушки и принцы на банкете королевском, на банкете директоров королевском в Бали, да, 2015 года. А в 2016 году наших золушек, принцесс и принцев стало еще в три раза больше. И по итогу 2015 года в нашей команде почти 500 лидеров туров для старший менеджер и выше. Это рост три раза рост, это больше, чем... Больше, чем за весь предыдущий период нашей работы. Если на конец прошлого года, по итогам почти 3 или 4 лет работы в интернете у нас было только 50 директоров, да, то по итогу только одного года мы превратили в 3 раза больше директоров, чем за предыдущий период нашей работы. Что будет в следующем году, мне все страшно представить. Я, наверное, буду выступать из 5 компьютеров, я не знаю, из 10 комнат, мы будем что-то придумать, но реально онлайн-стадионов еще не придумали. Не придумали еще онлайн-стадионов. Вот, и средний доход лидерского состава $1000 по актуальному курсу. Вам хватит этих денег для начала? Для начала, для того, чтобы осуществить свои мечты. Но вы сможете осуществить свои мечты, но если не подадитесь нашим следующим гостям. Всем привет! Ну, как дела? Слышно меня или слышно? Ha ha!
Без обмана. Что ты слушаешь ее? Кто она? Что за мечта? Подумай! Стой! Посиди и не беги. Лучше сядь и отдохни. Ну зачем тебе все это? Ждать, работать и пыхтеть. Лучше мы с тобой все взвесим. А ведь то накуролесим. И тихонечко начнем. Заведем одну страничку и проверим телефон. Вдруг позвонит нам подружка. Очень важный разговор. Сколько стоит сейчас гречка? И почем твой телефон? Тут позвонит наша мама. Очень важно обсудить, что сегодня будем кушать, чем кормить и чем поить. Ну, вот потом и за работу можно смело приступать. Пригласить аж 5 партнеров. И, конечно же, спать. Еще убраться надо. Пыли, грязи я не рада. Спонсор пишет тут опять. Слышь, может тебе не отвечать? На какой-то там бинарчик приглашает в 5-й раз. А ведь у меня же дети. Что, мне бросить всех сейчас? С кем останется мой мальчик? А ведь надо с ним погулять. И вообще, устала я. Что ты хочешь от меня? А вот и я. Узнали? Все живут, как я. Телевизор, дом, семья. Поиграть, поспать, поесть. Не исполнится мечта. То ли дело в играх наших. Нету развлечения краша. Только ты так сможешь там быть всегда собой горда. Каждый уровень – победа. Молодец, и так держать. Села утром и до обеда могла время скоротать. Ну а чем еще заняться, если детки в садике? Не хочу я обучаться, подавай все сразу мне. Деньги, чтоб на все хватало, и услугу мне опахало. Дом, машину, яхту, виллу, только пальцем я не двину. Ведь мечта должна сбываться. Пусть все станет появляться по моему хотению, но чтобы без потения. И кому нужна мечта, если есть такая я? Надоела я тебя. Будем вместе спать и есть. Лень с тобой, какой успех. Хватит дальше нам мечтать. Лучше просто полежать. Ведь не зря есть поговорка. Если хочешь поработать, ляг, поспи, и все пройдет. Ха-ха-ха, я торжествую, вот пришел твой неуспех. Ты ленился, ты возился, насмесил вокруг всех. Как здесь здорово, когда неуспешен человек. Проходят мимо твои года, и слез так много рек. Ведь ты забыл и о мечте, как классно жить ни для чего. Не надо никуда стремиться, и ждать не надо никого. Партнеров нет, ну и не надо, рекрутинг не идет, и путь. Ведь ты же ничего не хочешь, твоей жизни правит не успех. Тебе не надо лучше жить, про дом, машину позабудь. Сиди уж дома и гордись, что не пошел ты в новый путь. Там ждет тебя все то, что я с рождения ненавижу. Успех, удача, мечты, свобода. Счастливым там тебя я вижу. О, что такое? Что я слышу? Кто сильно... Дышит спину мне!
Надо? Зависть пробужу, мотивашки сочиняю и в сознание привожу. Если вы совсем поникли, стоит мне ногой махнуть, целлюлиты пятых точек рассосутся только путь. Да не спорю, это больно, неприятно. И вообще, но зато кипит работа, плюс растет достаток же. Стимулирую вас к росту, обучалки провожу. Даже если очень туго, гнев всегда в себе держу. Но зато, когда порядок вдруг настанет в голове, мой подарок на свидание вы оставите себе. Дальше сможет одной левой. Кто угодно рай создать. И тогда уже вы сами будете себя гонять по проторенной дорожке. Путь отныне только вверх. После скажете спасибо за достигнутый успех. Кому нужен пендаль? Кому нужен пендаль? Нет. Не успеху. Здесь место. Потому как знаем. Все мы ваши беды, в них извлечем их к обеду. Лень, депрессия, сомнения. И к работе охлаждение. Все поправим мы легко. Рекрут или ЛТО. В миг ББшка шевельнется, уровень вперед рванется, премии начнешь считать, счет расчетный открывать, и по лестнице успеха взлету будет не помеха. Все вчерашние терзания, мыторства и испытания, если надо, то всегда, в любое время и годам с волшебным пендалем спешит, и придет и мигом все решит, харизматично хороша. Была пендаль, госпожа. Согласны? Но есть в нашей команде лидеры, которым пендаль не нужен. Они закрывают по несколько званий в год. И в этом году лидеры нашей команды, закрывшие два звания, 42 лидера, во-первых, 42 лидера, открывшие два звания, а это наши сильнейшие лидеры, амбициозные, которые, я уверена, что это не последние их достижения. Вот вы их видите на слайде. А кроме того, у нас есть лидеры, которые закрыли три звания за год. А это наша Леночка Гончарова, Марина Гришнова, Лена Корнеичева, Сайфуллина Саида и Леночка Туганова. О, это сильнейшие лидеры нашей команды. Но у нас есть еще мега-крутецкий лидер. Как вы думаете, кто? Как вы думаете, кто мега-крутецкий лидер нашей команды? Ну, конечно. Конечно же, это наша Маша Викторова, которая за год открыла 5 званий. Я думаю, что это не предел. И вот это... Табличка, которую Маша ухватила на встрече БМВ. Маша, она тебе очень идет. Ты наш мега-пендаль, мега-лидер, который сделал пендаль, дал пендаль все наши экспресски в этом году. И мы поняли, что результат черный. Это не что-то вау. Можно круче, можно больше, можно быстрее, можно сильнее. И мне, конечно же, очень... Я очень горда тем, мне очень приятно, что именно в нашей команде растут вот такие сильные лидеры, которые закрывают, в принципе, 5 званий за год. И я уверена, что до золотой конференции может быть и 6-е звание вполне. Это будет уже рекорд компании Oriflame. Как же все
все они смогли. Маги окружены, как успели в один год сделать 3 шага вперед. Ну, может, есть достижения огромные и признание нескромно. Может, есть у них секрет. В тайне держат сей момент. Знаем, знаем их законы. Тут и остригут купоны. Моют всю они страну по маркетинг-плану. Деньги льются с монитора, убирать одна замора. Так ли это или нет? Или не в деньгах секрет? Гостья к нам одна пришла, в ясность тему нам несла. Всегда вперед, ведь есть мотив, сеньоры, позитив. С позитивом бизнес строить, мой совет вам, господа. Ведь сегодня без улыбки ни туда и ни сюда. С позитивным лишним мышлением исполняются мечты. И черпаешь вдохновение, и находишь силы ты. И хорошие лишь люди попадаются тебе. Ведь когда открытым будешь, все легко в твоей судьбе. Так что, друг мой, позитивом наполняй свой каждый день. Счастью дверь открой скорей, будь приветливым и милым. И Вселенная поможет без сомнения тебе стать успешным, стать богатым и всегда быть на коне. Люблю людей в прекрасном настроении, когда в глазах смеется доброта. А в сердце то незримое свечение, то синевы, простор и высота. А может, чтобы сложностей не знать, неплохо бы нам принять одно решение, не отравлять друг другу настроение, а повышать, и только повышать. Показывая класс. А сама после группа потрудится на вас. Вначале пашешь сам, закатывая рученьки. Пусть даже и не прет. Потом пойдут активчики. И рекрутинг пойдет. Работай, ищи в партнерах лидеров, чтоб каждый от 2 часов пахал. Тогда директорское дерево созреет за квартал. Поражение бывает за миг до победы. Ты продолжай работать, педали крути. И система обязательно даст награды. Стремительно вверх в проекте расти. Просто так успех не дается. Он будет у тех, кто не сдается. Получилось хорошо? Нет? Да ну и ладно. Этот метод никуда не ведет. Кто ищет, тот всегда найдет. Хочешь маленький секрет? Рекрутинг – главный ответ. Этот совет очень простой. Его применить сможет любой. Не жди результата ни от кого. Сам напрягайся, достигни его. Как успешное дело совершить? Планы построй, научись рулить. Если кто тебе говорит «нет», это, дружок, не последний ответ. Немного юмора, веди диалог, комплимент, но не лезть. Это залог. Построй мостик дружбы и нежно сохрани его. Вот в чем личного бренда мастерство. Не используй шаблоны, они очень скучные. Расширяй аргументы.
даже научные. Диалог заканчивается только тогда, когда либо в ЧС, либо же да. Не вы пригласите, так кто-то другой. Все будут в команде, вопрос лишь в какой. Ведь этот бизнес подходит всем. Не бойтесь всех звать в жизнь без проблем. Как вам наши гости? Как вам наши гости? Есть у нас лидеры в команде, которые очень дружны. И Синерит и Позитив, и Скудесницы, Рекрутии. Конечно же, большие звания делаются только благодаря рекруту. Вы согласны? Помните нашу любимую фразу? Личный рекрутинг решает все проблемы. И, конечно же, открывает двери на высокие лестницы, на высокие ступеньки лестницы успеха. И это наши топовые лидеры. Наши старшие золотые директора, 8 старших золотых директоров по итогу 2015 года. Это Оля Галенко, Украина, Юля Давидович, Украина, Юлия Каипова, Россия, Евгения Янченко, Украина, Таня Мазюта, Россия, Таня Татаренкова, Россия, Таня Ярохович, Белоруссия и Женя и Максименко, Россия. Вот такой у нас международный бизнес. И наши сапфировые директора в открытых, закрытых званиях, я их считаю всех вместе, потому как в нашей команде, если ты звание открыл, ты в любом случае его закроешь. Вот, и наши сапфировые директора. Нина Копыл, Украина, Татьяна Новикова, Россия, Игорь Харисова, Россия, Светочка Винокурова, Россия, Лена Корнечева, Украина, Лена Котлярова, Россия, Алина Кривоспицкая, Украина и Маша Викторова, Россия, которая наверняка себя чувствует тесно на этом слайде. Вот, потому как, конечно же, мы стремимся выше, и уровень бриллиантового директора – это самая маленькая ступенька, на которой можно остановиться, но не стоит. Потому как есть у названия поинтереснее, повыше, с большим признанием, с большими доходами. И повыше звания, конечно же, реализуют больше месяцев. Вот. И наши бриллиантовые директора представлены в 3 странах. Юлия Каратаева, Россия. Наташа и Антон Желонины, Украина. Елена Туганова, Казахстан. Как здорово, да? 3 страны, 3 бриллиантовых директора. Это невероятно. Вот это международный бизнес, вот это команда, да, вот это атмосфера для роста. Это все мы, это все вы. И наши мегатоп, Илоночка Сухорукова, старший бриллиантовый директор, и, собственно говоря, я, Аня Черна, золотой исполнительный директор. Кроме того, в нашей команде есть люди, есть топы, рейтинговые топы, я их называю, которые занимают ведущие позиции не только в нашей команде, но и в самой компании Oriflame. Это те лидеры, которые занимают рейтинговые, да, топы 15 по филиалам. Юлия Каратаева вошла в этом году в топ-15 екатеринбургского филиала. Наталья Желонина и Нина Копыл – это топ-15 нашего восточного филиала Украины. Кристина Перфилева – это топ-15 краснодарского филиала Крым. А Илона Сухорукова у вас уже давно в топе-15 воронежского филиала и в этом году вошла в топ-100 СНГ. Это невероятно круто. То, что наши лидеры делают не просто звание, да, старший менеджер, старший директор, это самая маленькая ступенька – это
этого, ступенька, я бы сказала. Но вот такие высокие достижения, достижения нашей команды, это, конечно же, невероятно. Это классно. Ну, и, собственно говоря, я топ-1 восточного филиала Украины, топ-4 Украины, топ-9 лет, топ-5 мира. Вот, ну, мне, честно говоря, тесно там уже. Вот, так что будем расти дальше. Вот, и откуда результат? Почему эти люди такие амбициозные? В чем их секрет? А их секрет в нашей следующей гости. У нас в гостях крутая леди, все топы с нею на волне. Мировые достижения в ее влиянии вполне. Большой успех она умеет мастерски сопроводить. Лени сомнения бледнеют, стремясь быстрее отходить. Эта дама не позволит делать дело как-нибудь. Если хочешь выше звания, про нее ты не забудь. И расти в свободном темпе никогда не разрешит. Не в ее привычке средний результат руководить. Цели нам большие ставят. Звезды метим мы не зря, потому что вместе с нами королева амбиция. Да, 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 да. Ну, друзья, чего сидите? Топами вы стать хотите? Помогу вам в этом я, ваша верная слуга. Мотивацию найду и к успеху приведу. Ваш талант мы вмиг разбудим. Только очень важно знать, что вело всех наших топов, чтоб успешными им стать. Ведь не так легко все было, как вам кажется порой. Но они смогли умело поработать над собой, потому что точно знали цели четкие свои, потому что не жалели сил и времени они, потому что не смотрели на других по сторонам, падали, но поднимались преподать пример, чтоб вам. А теперь, друзья, извольте, ваша очередь пришла. Кто не знает как, сегодня я рецепт вам принесла. Отыщите, пробудите вы амбиции свои. Нет амбиций, мертвый лидер. Будешь долго ты расти, и со временем ты станешь просто злюкой, уж прости. К нам попасть на скорый поезд можно только лишь когда всю энергию направишь без остатка к нам, сюда. Страсть, когда свою подключишь, будет внутренний комфорт. Когда твердо ты захочешь перемен в свой Новый год. Но еще ты должен знать, что не просто заявлять о себе таком хорошем. Важно цель осуществлять, много действий прилагать, выше планку поднимать. Важно внутренне расти, быть настойчивым, тогда к вам придет успех, о да! Резюмируем урок, чтоб пошел он точно впрок. Быть такими вам всегда я желаю, господа. Турция, хочу, хочу, и в Майами полечу. Что-то надо заказать, чтоб директором мне стать. Показать пример партнерам и доходы получать? Да, конечно, навсегда. Я забуду путь туда, где за личные покупки мне не платят ни гроша. Буду мыться у себя. Тут же все мои друзья. Рекрутировать? Готов. Напишу много постов. Вебинар вам провести? Нет проблем. Куда идти? В общем, я вам рассказала все секреты. Ну а там, как же быть? Решать лишь вам.
Ох, заработалось чуток. Эмоций много, ведь Новый год. Ну как вы поживаете, друзья? Желаю всем счастья, радости, любви, добра. Ну, в общем, меня. Королева амбиция, ты велика. И смотришь частенько на всех свысока. И в бизнесе нашем важнее всего те люди, которые входят в него. Эмоция, я многоликая. От вас совсем недалекая. Эмоции и чувства свои показывай. И в команде о талантах своих рассказывай. Поделись, когда будет радостно. Есть кому тебя поддержать, если грустно. Пусть будет в проекте уверенность, восторг. Будь в изумлении каждый каталог. Вот ведь есть перед глазами те, кто сделал, те, кто смог. Кто же, если не вы сами, вам поможет в Новый год? Можно плакать. Можно ныть и жалеть себя все время, но от этого пойми, жизнь свою не изменить. Обещайте мне сегодня, не хочу я все убрать, взять себя скорее в руки и команде написать, познакомиться поближе, подружиться и начать вместе лидерским составом чаты ваши возрождать. Скопом за прозвоны взяться и шаблоны все убрать. Бизнес лишь тогда успешен, коль эмоции включать. Ведь мы здесь живые люди, и проблемы есть у всех. Но поверьте, есть команда, значит будет и успех. Позитив всегда пусть рулит, и работа закипит. И тогда большим составом экспресс на Кипр полетит! Вот такие гости наши. Но это еще не все. Конечно, мы хотим похвастаться нашими результатами за 2015 год. Мы видели в начале вебинара, в начале нашей новогодней встречи, видели наши результаты на конец 2014 года. На конец 2015 года мы горды и радостны представить вам наши результаты. А золотой исполнительный директор 1 открылся, старший бриллиантовый директор 1, 3 бриллиантовых директора открылось в этом году, 7 сапфировых директоров, 10 старших золотых директоров, 53 золотых, 18 старших директоров, 394 старших менеджеров директора, которые в следующем году наверняка займут повыше позиции. Это 100% в нашей команде невозможно не расти, невозможно не достигать высоких топовых званий. Итого 487 лидеров в команде. И мы еще не закончили, еще не прошел у нас период роста. У нас еще впереди класснючие каталоги. Первый каталог с его шикарными ценами, распродажами, акциями, предложениями. Второй каталог праздничный. Третий каталог праздничный. И сумасшедшее лето роста впереди. Вот. Пол тысячи лидеров в нашей команде. Конечно же, мы не поместились в большой комнате. Никакие технические моменты нас не выдержат. Так, это те люди? Это те люди, 500 человек и менеджеры наши, конечно же, наши менеджеры, которые, я уверена, стремятся попасть в директорский состав нашей команды, потому как здесь действительно
вот такие гости находятся рядом, да, такие как королева амбиция, как, такие как сеньорита позитив, царица эмоций. Это те люди, это те сказочные персонажи, которые всегда нас двигают вперед и двигают вперед к жизни, которую представляют наши следующие гости. Эта пара всегда вместе, не сидит им на месте, любят краски всего мира, любят жить они красиво. Яхты, самолеты, дачи, вертолеты, золото и бриллианты, повара и музыканты, все для них вот в этом мире. Шик и блеск у них кумиры. Путь простелен в этот рай. Через экспресску налетай. Вижу я, что тут в экспресске ни успеху нету места. Здесь успех царит всегда, вместе с ним и красота. Если вам показалось проигран бой, значит так оно в общем и есть. Если кто не уверен в самом себе, синяков ему не пересчесть. Если вам показалось, что навсегда вы потеряны и для всех, значит так и будет. Ведь нас самих заключается наш успех. Если вам показалось, что вам дано, вы должны быть уверены в том. Обязательно надо поверить в себя, и победа придет потом. Может, вам не придется вступать в борьбу, в поединок с судьбой никогда. Но упрямый чудак на вопрос «Я смогу?» отвечает уверенно «Да». Про успех в проекте ты всем расскажи, что реально здесь все докажи. И тогда не один за тобой пойдет вверх, сотни, тысячи почувствуют в жизни успех. Говори о себе, рекрутируй всегда, ты амбиции круче построй. Если будешь молчать, то что же тогда, пропадет позитивный настрой? Закрадутся сомнения быстро к тебе, что не получится здесь ничего, а ты просто сказать забыл о себе. Написать сообщение другу. И все. Говори о себе, получай результат, расскажи о возможностях здесь. Каждый сможет мечту свою воплотить, безгранично вакантных тут мест. Не успех или успех, решать только тебе. Они рядом идут, выбирай. С кем за руку пойдешь по жизни своей, с тем мечты свои достигай. Путешествуй, купайся хоть 5 раз в году. Твое будущее мельком загляну. Там машина и дом. Все, что нужно, дарю, если вместе с тобой по дороге пойду. Эгегей! Где же моя мисс красота? Красит губки, как всегда. ЛТО нам выполняет за себя и за меня. Как люблю я чудеса! Миром правит красота! Если вы пришли в проект, неизменности здесь нет. ЛТО сумел настроить, смог фундамент и построй. Для успеха и дохода без ограничений. Да! В Орифлейм нельзя быть грязной, ненакрашенной и страшной. Ты себе продукт купи, за это деньги получи. Как меняются девчонки, их же просто не узнать. У них светятся глазенки, начинают и как бабочки порхать. Все вокруг же замечают изменения твои. И ресницы покоряют, кожа, волосы, ногти. С wellness быстро похудеешь и болячки победишь. Красоту свою лелеешь, классно теперь бы глядишь. Для чего мы рождены? Для того, чтобы жить красиво. Чтобы кушать эксклюзив, одеваться в бренды мира. Чтобы дети наши шли по стопам успешной жизни и любили позитив, а не серость будней жизни. Красота внутри у всех. Покажи ее народу. Приведи в команду тех, кто красив и чист душою. И выращивай своих бриллиантовых красавцев. Докажи, что есть успех, красота и много счастья.
Классно, какие молодцы, браво, браво нашим гостям. Вы просто суперские. Я получила массу удовольствия от вашего присутствия. Вот, и мы идем дальше. Мы видели ваши вопросы, которые у вас возникали в чате. Кто это все придумал? Ну, конечно же, кто мог это все придумать? Конечно же, ваша... Ваша Аня, как вы ее называете, да? Наша Аня. Вот, сказочка наша подходит к концу, а мы открываем новую страницу. Новых успехов и новых званий, новых побед и новых признаний. В нашей команде растем без мотива, потому что с вами королева креатива. Без ложной скромности сказать изволь, сюжет, сценарий, свою роль ночами сочиняла. Чтобы порадовать вас всех, неделю пропадала. Все роли распределены, до мелочей отточены. И вот теперь я так горда, ведь праздник с вами удался. И нахожусь я на волне, эмоции, драйва вся в огне. Как будто вы покорена, ступенечка еще одна. И вот теперь поймал звезду. До встречи в следующем году, ваша экспресска. Постой, еще у нас глобальные известия. Ведь не могла я подвести командное движение и не свершить большое достижение. И по итогу каталога, прям перед самым Новым годом, взять новый уровень легко, в экспресске так заведено. Сильные лидеры, про нашу манеру. С нами ты сделаешь экспресс-карьеру. Мы растем, помогая друг другу, открывая жизнь по новому кругу. Ведь только в атмосфере позитива и смеха возможны результаты стремительного успеха. И с вами сегодня были наши... Сумасшедшие лидеры, которые, как говорится, талантливы во всем, которые очень здорово сыграли свою роль, которые очень креативно подошли к своей роли, своей задаче в нашем сегодняшнем вебинаре. Наши лидеры, которыми невероятно можно невероятно гордиться, это царица эмоций, царица сомнений. Лена Туганова в открытом звании бриллиантовый директор. Очень интересная роль была, очень здорово. Спасибо, Лена, тебе за креативный подход. Фея мечты накопал шикарнейший маскарад, шикарнейший макияж. Просто здоровски продумана роль. Спасибо тебе, Нина. Это было здорово. Наши... Невероятные кикимора, лени, леши, не хочу. Вы просто вне конкуренции, потому что вы удивили всех, и меня в том числе. Ваша роль была просто незабываемой. Евгения и Андрей Жариковы. Госпожа Пендаль удивила, да, креативно. Как же без тебя, Мария Викторова? Мистер Неуспех Антон Желонин, лидер, который в этой нашей сегодняшней встрече, он взял на себя две роли. Конечно же, тебе мистер Неуспех, это не твоя роль, да? Твоя роль это мистер Успех. Спасибо тебе, Антон, за такой интересный подход. Сеньорита Позитив Татьяна Новика, ну как же наш мудрый лидер, который учит мудрости не только сам мудр, но и учит мудрости меня в том числе. Я у тебя много чего взяла, и ты сегодня была просто неповторима. Это твоя роль, это твой стиль жизни, ты наша сеньорита позитив. Кудесница рекрутия Юлия Каратаева, это ты. Ты рекрутинг – твоя сильная сторона.
Большие звания, конечно же, достигаются именно рекрутированием. Я уверена, что вариантовый директор, ну, это не твой уровень. Твой уровень – это топ-15 мира. Иди туда. Королева амбиции Илона Сухорукова. Ну, шикарно. Это у нас королева была. Амбиция. И интересный подход. И свою роль Илона сочиняла сама. Да, у нас есть лидеры, которые пользовались услугами нашего автора текста в любого силы, но свою роль Илона сочиняла сама. Конечно же, как говорится, лидер таланте во всем. И я уверена, что уж кому-кому, а тебе королева битвы точно поможет достичь высоких званий. А царица эмоций наша Люба Гусева и наш автор некоторых текстов. Спасибо тебе, Люба, мы бы без тебя не справились, потому что у нас нет такого творческого таланта, как у тебя. Да? Ты нам очень здорово помогла и спасла нас в плане некоторых текстов. И мисс красота и мистер успех Наталья и Антон Желонин сегодня, конечно же, завершили нашу встречу. Это наши гости, которые были сегодня у нас на вебинаре, которые сопровождали вас весь прошлый год. Мы, конечно же, их всех берем с собой, но их роли, да, их некоторые роли мы оставим в прошлом году. Вот. И у нас на сегодня, конечно же, продолжение следует. И встретимся с вами в следующем году. Мы ждем нашу запись. Я уверена, что наши лидеры, которые запустят все наши вебинары, сделают нам классную запись, сделают нарезку, да, если что-нибудь надо. Вот. Конечно же, такая у нас сегодня замечательная встреча, что, может, мы ее повторим, а? Может, мы сделаем дубль 2 на бис? Потому что сегодня было так классно, так здорово, так интересно, так креативно, что же мне не хочется сегодня нажимать эту кнопочку, выключить микрофон, потому что было очень приятно, очень здорово. На бис. Вам понравилось? Вам понравилось? Мы были уверены, что вам понравится, потому что нам самим очень-очень нравится. Вот. Ну, на сегодня все. Мы желаем вам замечательно встретить Новый год, отдохнуть. И со следующей недели мы вместе с нашими спутницами, уже вступаем в новый рабочий год. И я уверена, он закончится не менее невероятно, с еще большими достижениями, с еще большими успехами. Вот. Всем пока!